Всем привет! Продолжаются мои заявки. Следующая Аруджин и Кайл Ру. Меня давненько просят реакцию на эту песню. В принципе, она у меня давным-давно заброшена, посмотреть попозже, но в связи с событиями моего здоровья, кто в курсе, тот в курсе, не могла отснять. Так, сейчас разворачиваем. Песня называется «Я кижу рек». Давай, разворачивайся, как обычно. Раз, два, три, пять, шесть, 10 лет прошло. Так, стоять. Вот теперь стоять. Мне надо теперь подготовиться. Дорога какая-то. Раз, два, три. Очень часто, кстати, в песнях дороги. Это все куда-то вдаль ведущие. Как обычно, они что-то значат. Пустынные, как правило. Дорога вдаль, неизведанный путь, так сказать. Сразу вспомнилось Ойна Маккой, ну ладно. Кстати, тут машина проехала. Не пустынная дорога. Это машина из клипа «Ойна Маккой догорает». Решили такие, так, раз мы приехали всей толпой, давайте все вместе снимем клипас. Шучу, конечно же, это просто шутка. О, тут есть титры. Даже адекватные. Можем удалиться друг от друга, счастье или это, или горе. Могу ли я с тобой отправиться? Так мило. Интересные домики, похожи на пригородные гостиницы в Америке. А что горит, я не могу понять. Лавочка какая-то или что это? Ну, понятное дело, они поют о всяких страданиях, через что проходят их чувства. Так, это что сейчас было? Она его сбила или что? Или это просто катар так резко сменился? Да нет. Так, поругались. Ну куда пошли-то? В степь куда-то. Любовные разборки. Тихо-ти. Что там такое валяется на земле? Все, успокоились, помирились. Так, что они тут сложили? Чье тело? Шучу, конечно же. Все свои воспоминания. Ну давайте, улыбайтесь же, миритесь. Говорят, что Руджин похожа на Бала, но я не вижу особой похожести в них, скажем так. Типа как брат и сестра, я имею в виду. Ой, конечки. Такие гуляют просто по трассе. Я так понимаю, холодно, раз пар идет от воды. Давайте, целуйтесь уже. Фига ли вы стоите? Такие типа, ага, ломишься. Захотела она тут. Так, все. Посмотрели, песня грустная, такая
скажем так. Не назовем ее веселой. Сейчас мы ее быстренько скачаем. По-другому я ее еще не скачала, как обычно. Спасибо огромное за заявку, за просмотр, за ожидание. Спасибо, что терпите, ждете. Всем пока.